31 декабря 2022 года вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации. Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов. Цель удара достигнута. Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны. Громадяни України, всі наші служби працюють там, де були влучання. Ми надаємо допомогу тим, хто постраждав. Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Миколаїв на цей час. На жаль, є загиблі. Мої співчуття близьким. Більшість ракет збито нашими силами ППО. Це врятовані життя. Якби не ППО, рівень втрат був би